Всем привет, привет YouTube, привет зрители моего канала. Я хочу показать еще одну досочку, которую я приобрел. Ну, как у меня так бывает такое, знаете, вот что-то вот пока не удовлетворил свою вот такую ненасытную жажду там иметь того или чего-нибудь другого, да, как-то я вот не успокаиваюсь. То есть я до этого, значит, показал, это будем, скажем так, вторая часть видео, до этого я показал вот одну досочку, вот. Сейчас я покажу другую досочку. Вот эту досочку, она побольше. Если та была с размером, можно сказать, маленькая, стандартная, 20 на 30, то это, наверное, стандарт такой общий, ну, общеевропейский, наверное, да. То есть обычный стандарт, можно сказать, доска большая. Доска большая, это размер 30 на 40 сантиметров. Это обычная такая доска, ну, бывает, наверное, и больше, но больше уже, скажем, в домашнем хозяйстве, наверное, не очень удобно использовать. То есть так вот назовем эту доску большую. Вот, тоже она также сделана из дерева гивея, как мы уже говорили, это такое каучуконосное дерево, которое дает каучук, живет где-то там в Южной Америке, в джунглях. Потом, когда, вроде бы, согласно так примерно моим представлениям, данным Википедии, как оно перестает нести каучук, это бедное дерево приговаривают и пускают в расход на вот производство там досок или там чего-то еще из дерева гивея. Определенный вот опыт, несколько дней использования доски небольшой, которая 20 на 30 сантиметров, показал, что доска ведет себя вполне нормально. Она легкая, и она действительно не впитывает в себя никакой фигни. Ну, в принципе, остаются на ней такие незаметные, короче, царапины, когда режешь. Но я думаю, что никакая доска не может этого избежать. То есть не может такого быть, чтобы провели ножом, и царапин не осталось. Единственное, что вот сейчас, вот, в принципе, будем ее распаковывать, я, наверное, сразу там ее обработаю, потому что вот я могу сказать, что вот видите, вот эти вот две царапины, вот они такие характерно заметные здесь. Вот я провел, когда в первом видео показывал, ножом по совершенно новой доске, а потом только обработал доску минеральным маслом. Хотя минеральное масло сильно-то в нее и не впитывается, но, в общем-то, наверное, все равно на какой-то там микрон от глубины поверхности оно впиталось. И вот эти вот полосочки такие остались вот темные. Ну, в общем-то, ничего страшного. Но вот они вот, судя по всему, вот впитали масло и стали темными. Поэтому я, наверное, что хочу сказать. Обработайте или вообще не обрабатывайте доску, или обработайте доску минеральным маслом, в принципе, до того, как вы сделали на ней первый порез. Вот такой, в принципе, простой совет. Ну вот, собственно говоря, что еще об этой доске можно сказать. Купил я ее точно так же. Вернее, ну, попросил любимую жену, она мне принесла его, принесла ее, купила в магазине «Посудоцентр». В принципе, в магазинах «Посудоцентр» вот такие вот доски есть. Я говорю, там сейчас вот у них есть и акция, вроде бы там все по оптовой цене, там какой-то суммы приобретения. Ну и можно, в принципе, просто при желании, если есть возможность, там по какой-то карте, скажем, такой дисконт или карте сотрудника купить, там все по оптовой цене. Вот. И получилось, что ее цена, значит, самой доски по оптовой цене, по-моему, в районе, вот у меня тут итоговая цена, я сейчас объясню, вот, в принципе, трудно уже сказать, ну, по-моему, что-то в районе 840 рублей. Потом, в принципе, я говорю, я отдал свою карточку, вот, из моей карточки, как ни странно, вот, там получается итоговая цена на эту доску, вот у меня получилась. Магазин там «Посудоцентр», сервис, итоговая цена получилась 674 рубля. Ну, в которой, правда, 155 рублей оказалось для меня там приятной неожиданностью. У меня на карте Сбербанка накопились бонусы, как она называется, акция называется, могу тоже вам напомнить, акция называется «Сбербанк, по-моему, спасибо». Так что, если вы пользуетесь картами для оплаты, вы обязательно, просто могу посоветовать, вы обязательно подключите в терминале или через Сбербанк онлайн, подключите вот эту функцию, услугу за спасибо. И там, в принципе, потихонечку от всех платежей капают какие-то денежки. Ну, 0,5%, 1,5%, некоторые там до 3,5%. При том условии, что получается списание потом накопленных средств у партнеров Сбербанка, ну, их там много партнеров, по сути дела, сейчас стала это очень популярная тема, списание составляет до 99%. То есть, например, скажем, вот тут вот мне случай рассказали в той же самой, в магазине большом «Посудоцентр», что кто-то купил
автомобиль там стоимость, ну грубо говоря, там 700 тысяч рублей там, и расплатились именно карточкой Сбербанка, то есть не принесли в мешке кэшем наличкой, а расплатились карточкой Сбербанка через какую-то партнерскую программу, по-моему, тоже там типа спасибо плюс еще что-то, в общем, что-то им там, по-моему, обратным бонусом вернулось около 40 тысяч, и они пришли с этой карточкой Сбербанка, и по сути дела она позволяет 99% стоимости покупки оплатить этой карточкой Сбербанка, то есть доплачивать там буквально только 1%, и на 40 тысяч еще отоварили. Так что если вы пользуетесь вот этими темами, вы обратите внимание, что в принципе сейчас все платежи через банки карточкой там, в принципе, за них начисляется возврат бонусов. Вот кукуруза возвращает сейчас 1.5%. Так что если пользуетесь кукурузой, то считайте 1.5%. Если вы часто какие-то платите деньги, вот какие-то там существенные суммы, да за все можно платить, собственно говоря, то потом у вас накапливается и на Сбербанке накапливается, и на кукурузе. В принципе, если какие-то суммы, там уж там, ну не знаю, там несколько тысяч может накопиться, по крайней мере так, незаметным для вас образом. У меня, правда, за какое-то такое длительное время накопилось вот там несчастных 155 рублей, ну и то, в принципе, приятно. Как говорится, с плешивой собаки и шерсти клок, он и то хорошо. То есть ничего плохого не могу сказать о Сбербанке, нормально работает, просто если кто-то вот еще не имеет карточки сбербанковские, да, там любые, там Маэстро, Виза, там, ну, фиг знает какие, и не подключил вот этой услуги Сбербанк, спасибо, то подключите в терминале или через там онлайн, ну и все, собственно говоря, вот это мой совет вам. Значит, то же самое, вот производство Greenway, берем, немножечко так она здесь, целлофанка, содрана, ну, вчера только вечером ее принесли, я поэтому ее не открывал, открою ее тут прямо при вас. Вот, возьму такой ножичек Tescom и не открою. Все. Убрали, что здесь у нас опять-таки традиционно написано. Вот, могу показать. Написано, что дерево гивея, значит, что это Таиланд, производство там. Короче, 40 на 30 на 3 сантиметра. Толщина такая же, 3 сантиметра, такая же вот этикеточка. Производство Тайвань. Вот. Вот сама досточка. Вот досточка, которая 20 на 30, вот 30 на 40. Вот теперь я счастливый обладатель двух таких вот совершенно чудных досточек. Ну, первое впечатление, в принципе, на ней работать приятно. Интересно то, что вот здесь есть, собственно говоря, вот видите, там на обоих там профрезерованные такие вот пазы для рукояток. Нет, правда, как на ТМТ. Нет, МТМ, на досках МТМ нет резиновых ножек, собственно говоря. Ну, я не знаю, как-то мне кажется. Я без резиновых ножек вполне обхожусь там, потому что доска стоит у меня вот так. Вот, и поэтому она где-то не лежит, и в принципе она так вполне проветривается. Я думаю, резиновые ножки только мешают. Ну, может быть, как бы это и нужно там. Вот. Что мне еще такого интересного? На самом деле, правда, доска, по крайней мере, пока не впитывает влаги, то есть можно спокойно совершенно ее там. Ну, не то, что прям вообще там бросить ее там в посудомоечную машину, хотя вроде бы инструкция предполагает возможность там идти, бросить посудомоечную машину или там в раковину, наполненную водой, забыть ее там на полчаса. Я думаю, такого делать не стоит. То есть, в принципе, просто берете там мыльным раствором, там прошли после того, как там что-то порезали, прошли мыльным раствором и убрали. Вот. Что еще ее несомненное достоинство или недостаток, трудно сказать, это ее вес. Доски на самом деле легкие. В принципе, скажем, если взять какую-нибудь доску из дуба или ясеня, то она на самом деле тяжелая. То есть такая доска 30 на 40, 3-сантиметровая или 4-сантиметровая из дуба или ясеня будет весить, наверное, килограмм несколько. Вот. Это дерево легкое. Легкое такое по ощущениям, ну не такое легкое, как бальса, ну такое легкое. Вот сейчас вот специально возьму весы и взвешу, чтобы действительно как-то понять предмет разговора. Вот, ставим. Ну и получается, что вот эта досточка вот у нас весит 814 грамм, маленькая. Большая тоже, казалось бы, намного больше, и тоже казалось бы, что она
принципе, должна быть тяжелая. Но она, в принципе, не тяжелая. Вот я это совершенно спокойно так одной рукой беру. Я думаю, что особенно если женщины пользуются такими большими досками, то женщинам тоже будет удобно. Так, поставим. Взвесилось, да, наверное. Ну и посмотрели. Так, посмотрели. Весы хитрые. Снимаешь, а не успевай сбросить. Хоп. Так, 1421. Ну да. А так, еще раз попробуем торец поставить. Вот. Так будет точнее, пожалуй. 1488 грамм. Ну, в принципе, получается 1,5 килограмма. То есть 1,5 килограмма для здоровой доски. Вот, я думаю, что это совершенно немного. Ладно, не будем дальше забивать голову. Ну, вот она такая, Greenway. Интересно, вот на Таджира, по-моему, вот инструкцию посмотрела. Есть такая доска Таджира, здесь немножко шпинек от палатки. Доска Таджира, значит, японская, хорошая, которая из адамового дерева, там растет в Японии, тоже там, ну, как бы такой, совершенно такие, ну, прикольные японские технологии. Инструкция переведенная, значит, там пункт 6 написано, значит, ну, там, ну, как пользоваться, соответственно, там, не ломать, не мочить, не царапать и так далее, там, сушить, там, и так далее. И пункт 6 написано, значит, и не ломайте доску, а головы своих близких. Поэтому, в принципе, я вот всем вам рекомендую, да, собственно говоря, пункт 6 применять повсеместно, не ломать доски, а голову своих близких, не пытаться проткнуть ее пальцем, потому что это сделать трудно. Вот. Ну, можно, в конце концов, наверное, там, скажем, использовать ее там, как макевару. Вот. Кто-нибудь держит, а вы так разбегаетесь и с криком «Кия!», там, в принципе, пробиваете ее чем-нибудь. Не факт, что она пробьется, потому что, в общем-то, скажем, умные люди применяют для этого такие сосновые дощечки, которые, в принципе, ломаются. Как ломается эта доска, например, мне сказать трудно. Ломать я ее не пробовал. Вот. И всаживать в нее там нож там, со всей силы тоже. Поэтому пункт 6 применяйте. Не разбивайте доски, а головы своих близких. Все. Значит, что еще последнее хочу сказать. В принципе, сейчас прямо в экран сделаю. Вот то, что у меня есть, я уже говорил. Скажем, в первом видео про доску поменьше, берем вазелиновое масло и сразу, по крайней мере, вот эту вот ее верхнюю поверхность, а можно и не верхнюю, можно просто одну на другую поставить вот так, поскольку тампона, капельки какие-то, тампона под рукой у меня нет, то размажу пальцами. Наливаем вот так вот. Хуже не будет, будет только лучше. В принципе, оставить ее там на полчасика, на час, на ночь. Ну, насколько там, скажем, у вас терпения хватит. И, в принципе, вот так вот размажем это минеральное масло, которое в аптеке называется масло вазелиновое. Размажем по поверхности доски и посмотрим. Ну, немножечко вот видно, что чуть-чуть цвет ее меняется, она становится чуть темнее. Слегка впитывается, ну, не сильно, но немножечко впитывается, по-моему, этого вазелинового масла. Особенно вот по краям она такая, как бы, немножечко подсохшая, по-моему. Ну и все. Можно сделать каким-нибудь бинтиком, ватным тампоном. Ну, как-то я вот попробовал, получается, если бинтик, наверное, лучше, с него нитки лезут. Ватный тампон взял, с него эти ватинки выползают. Особенно какого-то специального тампона для этого под рукой не оказалось. И поэтому я решил, думаю, что, так сказать, в плане функционала пальцы гораздо лучше для этого подходят. Ну, также вот. В принципе, делаем это с торцами и с обратной стороной. Вот. Уже, наверное, может быть, я злоупотребляю вашим терпением, как бы особенно говорить не о чем. Но с другой стороны, по крайней мере, скажем,
Вот у меня там доска из натурального дерева, обычная такая, из хорошего там какого-то дерева российского. Я как-то это не стал с этим заморачиваться. По прошествии какого-то времени доска впитала в себя влагу и ее повело. Ну, в принципе, доска из натурального дерева, вот одна давнишняя доска из натурального дерева, показывать не буду, потому что она такая уж покоцанная, но она какая-то из хорошего-хорошего дерева, давнишняя. Вот. И она, кстати, вот сейчас вспомнил, да, я еще хотел что сделать. У меня есть доска такая же 30 на 40, бамбуковая, вот, и я ее хотел взвесить. И, в общем, у меня эта доска обычная такая, одна доска из натурального дерева, она давнишняя, давнишняя, и она держится, и, в принципе, я ее очень уважаю. Разделываю на ней, правда, что-то сырое там такое, в принципе, скажем, как куриную грудку. Вот, дабы на такой доске, скажем, ну, сырое не разделывать. Ну, в принципе, в общем-то, можно, но я стараюсь, в общем-то, скажем, что-то, нечто сырое, например, разделывать на так, другой доске. То есть то, что дает запах и то, что дает, в принципе, определенные бактерии. Ну, хотя, опять-таки, понимаете, например, скажем, куриную грудку, она специфичная такая. То есть там не нужно никаких особых требований, чтобы разделать там какую-то супер доску. Обычную берете, старенькую, такую хорошую, ровную доску, вот, и разделываете на ней куриную грудку. Ну, если уже, например, мясо, и вы хотите сделать мясо хорошим, да, то, наверное, для этого желательно, скажем, взять доску уже не абы какую, а доску получше. Вот, доску получше и сделать на ней вот это вот все. Ладно, я прямо тогда сюда поставлю весы, вот, и сейчас принесу такую же бамбуковую доску и покажу, что она на самом деле реально намного тяжелее. Один момент. Вот такая же бамбуковая доска, кстати, тоже служит нормально, верой и правдой, но как-то она не в тренде уже вот стала, знаете, ну, в принципе, то одно время, ну, бамбуковая доска нормально, а потом что-то как-то вроде раз, и оказалось, что бамбуковая доска — это уже не модно. Ставим, она потяжелее получается, ну, такая достаточно тяжелая, я бы сказал. Ну, вообще-то нет. 1270 грамм, 1260. Ну, а по ощущениям, почему-то вот по ощущениям, кажется, что она такая, она тяжелее, чем вот эта доска. Нет, получается, мы вот эту доску, по-моему, намерили, у нас сколько там вышло, по-моему, да? Я уже забыл. 1600, что ли, грамм. Ну, с учетом того, что она 3-сантиметровая, вот, может быть, а это всего лишь сантиметр, то эта доска тяжеленькая. Ну, все. Что еще можно сказать? Все, ждем, пока это минеральное масло впитается. Вот. И начинаем пользоваться этими досками. Много досок я перебрал. Но вот из импортных торцевых досок, вот это вот наиболее приемлемое там, по цене, по дизайну, в общем-то, и по качеству. Если долго искать, можно найти массу досок, действительно, массу досок заказать на eBay, Таджира, там еще что-то, можно эти МТМ доски из ценных пород, несомненно, там из ясеня, дуба, прочего. Но я бы сказал, например, что какую-нибудь хорошую доску, такую, скажем, которую там можно заказать. По-моему, ижевцы, что ли, делают, вроде нормальные так, ребята, нормальные доски делают эти МТМ. Вот. Ну, там получается, она не дешевая, она выходит, наверное, что доска 30 на 40, там 3 или 4 сантиметра толщиной, она получается там 2-3, что ли, плюс доставка, в общем-то. И она выходит такая красивая доска, которую, скажем, я бы, например, просто, может быть, использовал как элемент интерьера, потому что, не знаю, там доску за 3-4 тысячи, например, там курочить там на ней, там фигачить ножами, вроде бы как жалко. Хотя я вот посмотрел там вот этот сайт, какой японский, по-моему, японские доски. То есть вот у них, наверное, проблема с древесиной. И вот такая вот торцевая доска 30 на 40 из 4-сантиметровой вишни, например, да, стоит вообще
безумных денег каких-то, то есть больше десятки на наши деньги. То есть там, в принципе, например, скажем, доска дуб, ясень, прочая большая толстая торцевая доска японского изготовления стоит, ну, скажем, там от 300 до 500 долларов, может быть, даже до 600 долларов. Ну, у них, наверное, проблема, скажем, там с вишней, с ясенем. Вишню, наверное, они вообще ценят, потому что это у нас вишня, а у них это сакура. Вот. Ну, ясеня у них тогда, наверное, вообще нету, дуба тоже. Несомненно, вот не спорю, да, не спорю, что, в принципе, можно, например, скажем, положить руку на сердце и сказать, что да, наш, например, скажем, ясень, гораздо более плотная древесина, дающая более красивый рисунок. Вот. Но она, получается, будет стоить, в принципе, раза, наверное, в 3 дороже. Вот. И она будет точно так же раза в 3 тяжелее. Поэтому вот, ну, специфика выбора такая. Я вот, наверное, может быть, когда-нибудь там заведу себе такую доску. Но у меня нет в ней необходимости, разве что только вот просто, чтобы она была темное такое дерево. И радовало глаз. Ну, для того, чтобы вот на ней, скажем, орудовать, я бы сказал, что вполне достаточно. Вот. Ну, все, всем всего хорошего. Всем спасибо за просмотр. Все, пока.